Вот это просто жесть, ребят. Вот сейчас будет реально обосраться. Да нажми ты уже. Хоба, всем здорово, с вами как всегда ваш дорогой братишка, и мы с тобою продолжаем играть во FNAF Help Wanted 2 VR. В общем, ребят, как вы знаете, в предыдущей серии мы прошли вообще все. Ну, то есть, погляди, вообще все уровни, но есть закрытые, вот такие вот. И тут надо вот понять, что нужно сделать, а для этого нужно чисто походить. Вот, у нас также есть инструменты различные, то есть можно туда сходить, к примеру, раз, вот мы уже тут. Смотрим, что у нас тут. О, о, монетка. Ты малыш, какой хороший. Так, вот это что такое? Сюда. Что, будем работать, не? Закрыто? Родная. Работай, блин! В смысле? Она же работала, ты помнишь, короче? Блин, зря я к ней не подошел вообще. Там просто был такой момент, когда она заработала, я думал в следующей серии как раз подойти. Что за перерыв такой, а? Так. Вот так вот, кстати, можно делать, ребят, не отходя. О, нормально, кстати. Так, что у нас там? Там я вижу уже монетку. Так, забираем монеточку. Второго. Тут тоже монетка. Найс. Так, короче, копим, копим. И смотри, что у нас есть. Во! Принцесс Квест? Я, кстати... погоди-ка. Clocking out of ready. Сними свою маску. Что, блин? Какого нафиг фига? Жесть. Ну я же, кстати... я же собрал монетки, слышь? Нет, не собрал еще. Слушай, это ни хрена себе. Я сейчас в шоке. Так, погнали туда. То есть мы снимаем маску. Ой, блин, вот это страшновато, если честно. Так, ладно, пусть пока маска тут побудет. Боже мой. Слушай, это капец страшно. Что у нас здесь? Что здесь интересного? Стульчик. Так, генератор. Давай, расскажи мне историю. Ты мой дорогой, бедный, бедолага. Вот. Ему деньги-то платятся. It was only $49.99 while supplies lasted. They did not purchase the food and they all died. Now let me tell you a story about a young woman who, when she was little, was led into a dark forest by a witch and almost eaten. Все, пока что все. Возможно, мы на монетки еще найдем какие-нибудь. Я, конечно, видите, французский изучал, поэтому не могу перевести. Но в чатике, кто-нибудь напишет, кстати, перевод, что он сказал, мне кажется. Так, ну давай глядеть. Твою дивизию, там еще что-то открылось, смотри, офигеть. Тут еще дофигище игр, ребята. Я думал, мы сегодня пройдем, в итоге... Погляди, ну ладно. Так, газировка. Ой, блин. Капец. DJ Music Time Pro. Давай. Ой, боже мой. Слушай, вот это же сейчас будет. Так, короче, фоткайте, как всегда, и все окей будет.
Так, я даже не знаю, мы сможем вообще пройти это? То есть, смотри, все разрушено нафиг. Раунд 1 из 5. Так, ну стартуем. Вот это просто жесть, ребят. Вот сейчас будет реально обосраться. Да нажми ты уже. Жесть, он просто сразу съедает. Он просто сразу съедает, ребята. Let's go, дорогой. Ух, тихо, не напирай так. Какие красивые зубочки, а? Так, что ты готовишь мне? Так, пицца, молнии. Крокодилы. Пицца, молнии, крокодилы. Молнии. Ну, братан. Let's go, братик, все найс, да? Есть. Фух, я что-то обосрался. Так, звездочки, синяя чика, синие кругляши такие и фиолетовые. Блин, я не помню, что там было, брат. Просто звездочки. Ладно, мы, конечно, потратили, но, возможно, все будет хорошо у нас. Есть, блин, я капец просто боюсь. Страшно. Нормально? Ну, одна, по-моему, можно. Можно ошибиться один раз. Так, робот, кругляши. Вот кругляши. Все, готово. Брат, все тут идеально. Ой, пожалуйста, братишка, быстрей. Хорош. Так, Фредди, город и крокодилы. Все, отлично. Найс, братик, найс. Да. Раунд 5. Отлично, у нас еще один реплей есть. Чика, радуга. Синие, все. Холмы. Радуга. Все, найс, мы смогли. Ну, братишка, есть же. Ух, там Рокси была. Блин, ну это угарно. Хорош. Слушай, это хорош. Слушай, игра-то продолжает. Слушай, я думал, реально мы сегодня пройдем, но в итоге... В итоге, ребята, похоже, тут мы надолго еще. Так, ладненько. А, давай смотреть дальше. А... Да. Как же мы без этого? Sister Location. Также смотри-ка. Карусель, только не это. Ну за что? Фазбер Театр. Скрэббэйби можно лечить, прикинь. Вот это вообще круто. Так, что у нас еще есть? Фазбер ФНАФ 1. Еще вот, так, вот такая штучка есть, кстати. А что такого еще интересного? Ну-ка, бэкстейдж. Ой, салон Рокси, ладно, мы это оставим чуть позже. Вот это, я думаю, это капец будет сложно.
Ну давай, наверное, вот это вот. Давай, наверное, вот так вот. Так, Фасбер. Ну это вот я, конечно, не очень, не очень, ребят, умею играть, но что делать. О, брат! Да... Да блин, да ты офигел, что ли? Тут... Ох, нифига. Да тут капец сколько будет всего. Короче, про шары забывайте, ребята. Забейте нафиг фиг. Реально. Все, let's go. Говнюк. Так, шарики. Блин. Ну, блин, ну за что вы так со мной? Ладно, мне пофиг, я буду шары только. Я не хочу. Бонни. Так. А погоди, а как тебя? Да ну нафиг, ее только этими, что ли, шарами можно? Ну, блин... Да, привет, братан. Да уж. Шоу начинается. Блин, да... Ты говнюк! Я испугал... Что за скрэп-бэйби? Блин, просто за бэйби наблюдать! Ты капец. Найс! Ах вы, блин, гады. Капец мы ее. Вы что, серьезно? Фокси, не надо. Попади. Так, не, ну нормально, мы живем, ребят. Хорошо. Так, Фредди, Федор. Что такое? Ракета, тихо. О, нет. О, нет. А, это надо пройти, прикинь. Фух, да ладно, прошел, найс. Слушай, ну это было прикольно, это было прикольно. Керни? Хм. Даже не знаю, слушай, такого. Так, ладно, продолжаем, снимаем маску. Это прикольно, конечно, придумано. Так, FNAF 2, давай. Давай, наверное, это допройдем. Офигеть, они еще и открываются. А, вот сейчас будут эти, все понял. Все понял. Ребят, это если что, у меня в Телеграм. Кстати, залетайте в Телеграм, это очень важно. То есть будут теперь и здесь еще. Да блин, еще, чтобы начать, надо вот так сделать. Братан, да я понял, тут надо многозадачность, многоручность. Если бы у меня было бы... Вот это нечестно. Вы что, прикалываетесь? Братик! Блин, да вы охренели! Я это больше всего в жизни ненавижу. А! Так, ладно, нормально. Да, плоховато сейчас пока, но ничего.
Все будет хорошо. Блин, капец. Да вы чё, блин? Вы чё мне тут? Не, ну это... Это просто жесть. Это просто жесть, ребят. Вы совсем обалдели. Марионеточ. 200 очков. Так, я понимаю, габелла мне. Камера восьмая. 0,5 уже там Бонни. Это включить свет, посмотреть. Ага, Бонни там. Тихо, 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 родная. Блин, я вообще просто в шоке. Это жесть какая-то. Не, ну марионеточ... Я понимаю. Там на какой-то камере, ребята, там на какой-то камере... Короче, она должна шкатулку заводиться. Где там? Блин, этот чел... Где ты? Где ты? А, ну понятно, братан. Спасибо. Он уже сам на меня напал. Типа, ты очень плохо играешь в это. Ой, блин, я чувствую, я капец сколько тут проведу времени. Братан, ну как же я это ненавижу уже, а? Блин, марионеточ, ну что ж ты наделал-то, а? Да, блин. Да. У меня там стена, ребята! Последнего! Слушай, такое чувство, что их, короче, надо будет... Так, вот, как продлевать! Братишка. Блин, капец. Фредди! Капец. Вот... Так, все, она пропала. Шкатулка. Челы. Да я вижу. Этого хрена уничтожишь. Блин, да как же я ж заводил? 5500. Ну хватит, может? Ребят. Офигеть, кто у нас тут? Катулку главное заводить. Ну разваливайся ты! Ладно, он вроде развалился, да? Да ёб твою мать! Ну чё, ты будешь нападать, родной? Нет, еще не нападаешь? Скажи, пожалуйста, что все. Пожалуйста, скажи, что все. Это жесть. Это просто жесть сейчас была. Я весь в поту, ребята. От такой игры. Ну, нормально же. Слава богу. Мы прошли, ребят. Да честно, это очень жестко. Это прям жесткая сейчас игра была. Я в шоке. Так.
О, во-во-во-во-во, мы тут идем туда. Мы идем туда, ребята. Наконец-то ты, родная. Давай, что там у меня? Судьба какая-то? Э! Блин, я что-то должен другое был сделать. Слышь. Ой. Маска, у меня маска за 33. Жесть. Жесть, конечно. Итак, что у нас получается? А, все, слава богу, мы прошли это. Я просто в шоке, если честно. Так, в принципе, ребят, что, нормально мы... Или вот это... Не, ладно, ребят, все-все-все, пока перерывчик, я понял, что сегодня мы пока что не пройдем. Ребят, ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм, это очень-очень важно. На этом пока что все, бай-бай, дорогие братишки.